Всем привет, дорогие зрители, уважаемые подписчики! Я рад вас приветствовать на канале Rodriguez Games. Сегодня будем обозревать мод, который позволяет летать на транспортных средствах с помощью реактивной тяги. Давайте посмотрим, как это вообще будет у нас происходить. Я нажимаю плюсик. Так, я должен нажать плюс, и сейчас у нас... Машина взлетает! Так. Это уже интересно. Ну хорошо. Пробелом я могу, значит, подняться вверх, а Shift — это опуститься вниз. Давайте посмотрим. Отлично. И я попёр над землей. Парю. Круто. Я могу перепрыгивать машины. Смотрите, как это здорово. Вот так вот. Опа! Стоять! Не, нормально. Взлетаем. Давайте полетим в город и посмотрим, как у нас там вообще, как это все будет. Не, ну достаточно прикольно. Я просто в восторге от такого мода. Мне кажется, можно порезвиться. Сегодня будет на славу. Я пролетаю под мостом. Вот такой вот летчик. Так, почему она... Во. Если я сильнее зажму, подольше Shift, то она вообще взлетает в небеса. Очень классно. Так. Ну-ка. А вид от первого лица. Как это смотрится вообще интересно. Стекло у меня заляпано уже грязи. Ну-ка, садимся. О, черт! Вот так вот, да. Мы летим. И все хорошо, все прекрасно. Черканули немножко мост. Красота. А ну-ка в туннель, если залететь, в туннель. Что будет, а? Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо. Я слегка подпрыгиваю. Слегка, едва касаясь потолка. Мы пролетаем. Мне так хотелось этого чувака сбить. Никогда не получалось. Так, ну что ж, поехали. Мне кажется, нам нужно активировать полицию, и чтобы погонять как-то более резво, чтобы было более интересно. Мне кажется, сейчас мы можем нечто... Я не знаю, что сейчас можно сделать, чтобы привлечь полицию. Что мы можем сделать? Кинуть пару гранат сюда. Например, пару гранат туда. Как-то так. Да, и начинается у нас беспредел. Три звездочки. Хорошо, у меня есть идея. Я сейчас хочу дождаться полицию. И чтобы нам погонять всем вместе дружно. Вы представляете, если я взлечу вверх, а за мной будет прицеплено несколько автомобилей. Что будет тогда? Вот мне просто интересно. Что-то полиция, где она? Где они? Они обычно... А у них сегодня выходной, что ли? Почему они не едут? А вон одна машина уже появляется, вертолет. О, все, хорошо. Ребятки, вы вообще красавцы. Так, одну машину мы цепляем здесь, вторую мы цепляем сюда же. И цепляем еще и вертолет на всякий случай. Ну что, пробуем? Поехали. Я взлетаю. Ой, жескач. Ни хрена себе. Вот это круто. Так, я лечу. Вертолет-то, понятно, за мной. Смотрите, что происходит с этими машинами. Они ударяются об здание. Вертолет почти разбился об небоскреб. Есть! Кажется, что-то взорвалось. Вертолет не выдержал этого ужаса. Полицейские машины бьются об многоэтажке. Жестко! Че, все? Или еще нет? О, я здесь, пожалуй, пролечу. Здесь вообще будет прекрасно. Здесь у них шансов выжить вообще не будет. Так, садимся. Нужно будет как-то приземлиться. Кстати, центробежная сила меня... Они еще живы, два полицейских, вот это все вытерпели.
Вот это вестибулярный аппарат, друзья. Вот это у них вестибулярный аппарат. Как можно было такое вытерпеть? Это лучшие горки в их жизни были, наверное. Это, я не знаю, самый экстремальный аттракцион, который мог бы быть вообще в жизни. Это вот то, что сейчас пережили два этих самых обычных рядовых полицейских. Так, мы приземлились на рельсы. Ну что можно придумать? Если у нас здесь есть неподалеку рельсы, так, соответственно, сейчас поедет у нас поезд. Ну а что вы думаете? Что мы можем придумать с этим поездом, а? Мы можем прицепиться к нему. Главное остается дождаться поезда. Жестко. Так, я взлечу, посмотрю. Посмотрю на этот мир с высоты. А, классный фильм, кстати. А, знаете, кто-то смотрел «Флаббер», например, там было нечто подобное. «Флаббер». А, в каком еще фильме, друзья, было летающие машины? «Пятый элемент», я помню. «Пятый элемент». Кто смотрел «Пятый элемент», «Флаббер»? А, там были такие моменты. В «Пятом элементе» там постоянно... Это фильм, кстати, с Брюсом Уиллисом. Прикольный, кстати. Кто не смотрел, рекомендую. Классная комедия. Ничего себе меня мотыляет. Там было время, когда уже, ну, то есть, будущее... В будущем все машины уже летали. Что? Ни хрена. Что так меня понесло-то, а? Жестко. Стой, стой, стой! Нифига себе. У меня все колеса почти лопнули. Взлетаем потихоньку. Садимся. Наша задача дождаться поезда. Вот в «Пятом элементе» там все машины... там обычных машин уже не было. То есть в будущем все летали. Приблизительно вот как моя. Так же. Так, а я сейчас починю свою тачку, если я успею это сделать. Так. О, хорошо. И еще есть фильм, только хотел... «Назад в будущее». Там тоже, кстати, была такая же тачка. Это тоже мой любимейший фильм, трилогия. Ну, я думаю, наверняка многие смотрели «Назад в будущее». Старенький такой фильмец, но крутой, но очень крутой. О, есть, 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 электричка едет. Наше метро уже приближается к нам. И сейчас у меня задача очень проста. Я буду цеплять его к нашей машине. Посмотрим, что из этого получится. Так. А вот так вот. Так, ты что не едешь? Ну-ка, давай, жми, 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 жми. Смотрите, у меня... Ему по барабану вообще ничего не происходит с ним. Я стараюсь уехать. Я не могу вас двинуть. О, Майкл, ты что же творишь-то, а? Стой, 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 моя машина! Нет! Оставьте мою машину в покое. Это моя тачка. Садимся. Садись, Майкл. Есть, хорошо. Взлетай. И еще один поезд. Ну-ка, 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 ну-ка. Меня под землю засасывает. Посмотрите, что это. В общем, я не могу справиться с поездом. У меня, походу, он... Это невозможно, это невозможно. Все, электричка нас победила. Победила. Невозможно быть сильнее электрички в GTA 5 или поезда. Самые сильные это все-таки поезда и электрички. Так, куда-то меня тянет. Где она проходит, вообще непонятно. Где-то здесь под землей. А, вон она проехала. Да-да-да, я это видел. Так, а где она выйдет? Не, вот это было прикольно, прикольно, конечно. А не вертолет, кстати. Я хочу прицепить к нашей тачке вертолет. Только я, наверное, не успею. Если я выйду из нее, то уже не сяду. По-любому. Хо-хо! Что произошло? Меня под текстуру засосало. Давай, выкарабкивайся, Майкл. Смотрите, что происходит под текстурами. Так, я могу опуститься, кстати, под текстуры. Это уже начинается... Предел. Я могу выбраться отсюда или нет?
О, да! Я вроде как выбрался. Это был туннель. Так. Мы сейчас что придумаем? Есть идейка. У меня есть хорошая идея. Мы сейчас можем взять какую-нибудь вон такую тачку. И прицепить. Где она? Где эта машина? Садись, садись, Майкл! Жискач, жискач. Так, нужно двигаться вперед поезда, чтобы прицепить машину до того, когда он ее потащит, поезд. Ну вот, например, я вот это цепляю сейчас машину. Так, да. Они начинают уезжать, ну, перегородили мне дорогу. Все хорошо, я сажусь в машину, выкидываю водителя и начинаю взлетать и пытаться уехать. Еще раз пробуем. Не, навряд ли уже я смогу что-то, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, водила не успел выйти. Не, не водила, а напарник, который там сидел. Он такой сидит в бафиге, короче, что происходит вообще? Что происходит? Что за жесть такая? Моя зеленая машинка. Да, ужас, ужас. Так, подождите. Стой! Куда же вы поехали-то, а? О, наконец-то полиция среагировала на нас. Вот он, гелик. Хоровод весь. Поднимаем. Никак не могу уехать. Ой-ой-ой-ой, страшенный был удар. Да, автобус. Майкл, садимся. Это интересно, выкинул он водителя. Ох, сейчас будет жесть. Сейчас будет нечто. Где вертолет? Мне нужен вертолет. Еще один автобус. Цепляем. Получается, у нас будет два автобуса, два вот этих здоровенных фургона меня сбивают. Майкл весь в крови. У него лицо одно сплошное месиво уже. Еще разочек. Жестко. Так, ну где вертолет? Для полного счастья нам нужен вертолет, чтобы у нас была поддержка с воздуха. Где он? Где-то здесь. Он где-то прячется за этим зданием. Давайте я еще прицеплю полицейского к машине. Вот так вот, да, побольше понаруша. О, кстати, можно прицепить еще и дирижабль к нашему автобусу, который сейчас рванет в небо. Где вертолет? Я не пойму, где вертолет? Вот он. Ну вот и хорошо. Ну вот и прекрасно. Все, все готовы. Садимся в автобус. Поехали, поехали. Разгоняемся. И автобус взлетает. Эта карусель начинается у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Что творится? Что творится, а? Где дирижабль? Дирижабль тоже, кстати, мы его подцепили. У меня автобус начинает гореть уже или нет? Да, смотрите, дирижабль за нами прет. Он резко меняет курс. Надо же. Вот это же скач, да, друзья? Мод достойный, прикольный мод. Порезвиться с ним можно. Очень круто, очень круто.
А почему бы нам не съездить на море? Я вот сейчас подумал, почему бы не сгонять на море, а? Как вы думаете? На море же будет очень интересно. Мне интересно посмотреть, как же там будет у нас скутер или там катер или яхта, как себя будут вести с этим модом, вот, вот что прикольно. То есть мы уже попробовали, значит, у нас поезд, нельзя его сдвинуть, никак не получается сдвинуть. А вот, например, опа, там не полицейский пытается забраться. Но нет, у него этого не выходит. А, вот там куда-то сюда. Я сейчас просто выпрыгну из автобуса. И вот как-то так будет сейчас, да. Последняя остановка, конечная остановка. Давай, Майкл, посмотрим, что сейчас будет. Открывай парашют, чтобы мы это увидели. Эпичное падение. Или, кстати, у нас дирижабль и вертолет смогут все-таки совладать с этими... Ой-ой-ой, взрыв кругом. Все взрывается. Не, вертолет держит автобус с дирижаблем. Да, дирижабль, понятно. Он у нас очень мощный. Это понятно. А мы тем временем опускаемся вот сюда, на наш пляжик. На наш прекрасный пляж. Наша задача найти какой-нибудь катер. Почему-то я не вижу здесь... А, нет, вот есть. Все, вижу, все хорошо. Ну что, идем сюда. Катерочек. Так, скутер. Заводим. Пробуем. Ой-ой-ой! Нифига себе. Как он взлетает, а? Не, нормально. Круто. Так, я слегка нажимаю, а если сейчас посильнее нажму пробел. Вау! Какая красота! Так, опускаемся резко вниз. Ой-ой-ой! Мы ударились об дно. Интересно, а что будет, если я заеду поглубже? Взлетаем повыше, Майкл, рви! Вау! Опускаемся вниз. Я вижу весь город. Почти весь. Мы выше облаков. Теперь мы будем падать. Ветер. Сильнейший ветер. Я чувствую, как мы падаем с огромной скоростью. Ё-моё, мы упали в воду. Давай, Майкл, жми. Круто! Это реально было круто. Это очень круто, друзья. Офигенно. Так. То есть мы до самого дна коснулись, черт знает, под водой даже проехали. Невероятно. Это невероятно. Я хочу вызвать полицию. Я хочу вызвать полицию, чтобы полиции было очень-очень много. Сейчас мы это сделаем. Так. Где у нас полиция? 5 звездочек. Вот так вот. 5 звездочек. Погодку чуть у нас, значит, утречко поставим сейчас. Вот и прекрасно, да. Потому что я хочу попробовать все-таки на катере. Вон он, катер. Давай к нам. Ова. Ха, я выше вертолета подлетел. Да ладно, сейчас мы его сверху бомбанем. Падай. Да! Майкл, вообще красава, просто красава. Тише. Офигенно. Вот это развлечение. GTA 5. Моды, это вообще круто. Так, я хочу сюда забраться. Давай. Забирайся сюда, чтобы я мог выстрелить. Ты сможешь сюда залезть? Отлично. А вот сейчас вы попались. Взлетаем вверх с вами. А теперь мы падаем резко. Нифига себе, что происходит? Почему? Почему они чуть мне не перевернули лодку? Они посыпались вниз. Смотрите, обгоняя одного полицейского, я быстрее мчусь, чем он. На! Офигенно.
Вот это было да! Вот это было да! Это было реально круто. Так, сейчас мы под вертолет. У меня есть идея. У меня есть замечательная идея. Я сейчас выхожу из катера, цепляю вертолет за свой катер. Так. И поднимаюсь вверх. Вот так вот. Нифига себе. Утаскиваем его вверх и резко падаем. Резко начинаем падать. Я не знаю, какая здесь высота. Километров, наверное, 10, а может быть и больше. Мы с этой высоты сейчас будем падать в море. Нужно было подальше. Мне кажется, мы сейчас разобьемся о землю. Да-да-да. Вертолет нас отнес. Что сейчас будет, а? Вот это да! Жестко. О, да, это было круто. Майкл, ты просто вообще гений. Давай, выпрыгивай отсюда. Пойдем-ка туда. У меня есть идея. Так, вертолет разбился вообще. Очень круто. Славно. Так, нам нужно на берег. Нам нужно срочно на берег. И нам нужно подальше отлететь. Мне интересно утопить вертолет. Как это будет? Подожди, откуда здесь... Как вы вообще сюда забрались-то, а, ребятки? Вы как сюда вообще заехали, а? Как вы сюда заехали? Так, вон яхта. Ну, вообще-то яхта, она медленная. Она медленная яхта, ну, не знаю. Что, зацепились, нет? Ну, попробуем. Вот так. Все, красава, Майкл. Цепляем за яхту два вертолета. Уплываем подальше. Давай, 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 давай. Она медленная. Она медленная, лучше бы катер. Но она, кстати, тяжелая зато. Зато она тяжелая. Зато если мы сейчас утопим, то утопим. То реально утопим. Так. Еще два катера. Есть еще два катера. Прицепляем. Прицепляем огромное количество катеров к нашей... нашей яхте. Три, да, их, да? Три, получается, катера и два вертолета. Что сейчас будет? Я отплыву немножко подальше, чтобы уже утопить, так утопить. Чтобы уже конкретно. Ты смотри, они мне мешают. Один катер почти перевернулся. Как они там едут вообще на боку? Смыло одного полицейского, да. Ну все, взлетаем. Вау! Давай! Погнали! Все, падай вниз. Падай вниз. Все полетели за мной. Ой, вообще угар. Смотрите, они заехали ко мне. А полицейские посыпались. Ребятки, они удержались. Они удержались, но уже... Они когда взлетали, они удержались. А на обратном пути они не выдержали такого напора. Они не ожидали таких событий. И мы падаем, да, на дно. Топим один вертолет. Второй вертолет утонул тоже. Всплываем. О, да, это было эпично. Это было... Только сейчас упали полицейские. Так, Майкл, там пролетает вертолет. Ой, самолет. Давай, 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 садись, 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 скорее. Что ж такое-то, а? Как было здорово. И вся эта канитель, она... уплывает за самолетом. Так, стой, стой, стой. Я к вам хочу. Иди сюда. Идите, идите ко мне. Уплывайте ближе, 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 ближе. Мы телепортнулись на самую высокую гору. Я сейчас возьму мотоцикл, потому что мотоцикл мы никогда не пробовали. Мы не пробовали мотоцикл, ну, на этот мод. Где он? Он должен быть где-то здесь. Вот он, да, вот два мотоцикла. Я возьму вот этот вот. И мы сейчас испробуем его, как он у нас. О, да! Он взлетает. Круто. Вообще шикарно, шикарно, шикарно. Смотрите, как можно порезвиться-то, а. Не, ну, блин, по-моему, круче всего было, когда мы на катере...
На море этот мод вообще просто безумно, безумно хороший, безумно крутой. Давайте прицепим вертолет и попробуем, что да как, собственно, он работает с мотоциклом. Ага, если мой мотоцикл еще выдержит, потому что он может улететь. Прямо за вертолетом сразу же. Стоять, Майкл, давай доставай ствол. Ну вот, давай, садись. Уходим. Прет. Нормально. Все хорошо. Ничего себе, я его раскручиваю. Посмотрите. Как классно. Я падаю вниз. Я сейчас жму, чтобы он у меня приземлился вниз. И посмотрим. Если я сейчас упаду на нем в море, за мной вертолет погрузится или нет? Пучину морскую. Не, кстати, на мотоцикле он медленно опускается, гораздо быстрее опускаться на катере или на каком-нибудь, даже на скутере. Смотрите, он как медленно опускается. Ну, он так плавненько снижается. Не сказать, что он прям падает резко, тянет его вниз. А вот скутер или катер реально тянет вниз. И это было круто, очень классно. Ну что, давай вниз. Не. Походу нет. Не получится нам скинуть вертолет туда вниз. Плавно опускается. Специально для машин и для мотоциклов. Я, кстати... Смотрите, что творят полицейские. Они уже заехали в воду на казенной машине. Понятно, не своя. Ну что ж, мод достойный, очень творческий, с ним можно проводить, я не знаю, часы, экспериментировать, как и в море, так и на суше. Прекрасный мод, друзья, я вам рекомендую, если вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях об этом моде, может какие-то интересные вы придумали трюки, описывайте ваши эксперименты. Ну я буду с вами прощаться. До новых встреч, с вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, всем пока-пока!